Добрый день, уважаемые партнеры и гости нашего портала. Вашему вниманию представляется видеоролик обзор инвестиционного фонда от команды первого банка мониторинга fairmonitor.com. И сегодня мы хотим познакомить вас с одним перспективным проектом, который с недавнего времени разместился в разделе «Эксклюзив листинг» нашего хайп-монитора. Фонд Sugar Mill 7 – это официально зарегистрированная компания, которая в качестве сферы своей деятельности выбрала инвестирование в полный цикл производства сахара. Имея интегрированную модель аграрного комплекса, фонд получает прибыль, которая значительно больше, чем в случае инвестирования в отдельные циклы производства этого сладкого продукта. Сайт Sugar Mills обладает приятным авторским дизайном, работает на лицензионном скрипте и оснащен защитным софтом в виде SSL-сертификата от компании Комода и программного обеспечения от SiteLog. Также в адресной строке сайта Sugar Mills можно увидеть зеленую полоску Green Bar, которая не только подтверждает надежную защиту проекта, но и прямо указывает, что его деятельность согласована со всеми юридическими институтами. Маркетинг фонда состоит из единого для всех инвесторов тарифного плана, который на протяжении 40 бизнес-дней обеспечивает ежедневную прибыль в размере 4%. Также стоит знать, что полный возврат средств по истечению срока инвестирования составляет 160%, из которых 100% это тело вашего вклада, а остальные 60% это чистая прибыль. Инвестировать в Sugar Mills можно посредством Perfect Money, Payeer и Bitcoin. По информации, что имеется на сайте, все выплаты производятся моментально, а лимиты по депозитам составляют от $25 до 50 тысяч условных единиц. Партнерская программа проекта имеет один уровень в глубину и позволяет дополнительно зарабатывать 3% от депозита приглашенных вами партнеров. Однако при наличии 5 активных рефералов и достижении личного оборота в $1000, размер вознаграждения будет повышен до представительских 10%. Личный кабинет инвестора, по нашему мнению, очень удобен. На главной его странице вы можете ознакомиться с короткой финансовой сводкой вашей учетной записи, а в разделах, что находится слева, можно создать депозит, заказать выплату, проанализировать историю движения средств по вашему счету, получить материалы для работы с партнерской программой, ознакомиться со списком своих рефералов, установить настройки своего аккаунта, а также подать заявку на присвоение статуса «представитель». Поддержка пользователей на данном этапе представлена наличием системы тикетов и адресом электронной почты администрации. Однако, по заявлению руководства Sugar Mills, в скором будущем будут добавлены и телефоны горячей линии. Ну вот и все на сегодня. По нашему мнению, фонд Sugar Mills является достаточно перспективным. Работа по поддержке и раскрутке проекта ведется достаточно грамотно, а это намекает на то, что за рулем фонда достаточно опытный админ. Будем надеяться, что он покажет всем нам достойную работу и позволит получить неплохой процент прибыли. Ну а мы со своей стороны постараемся повысить ваш заработок от работы с Sugar Mills с предоставлением максимального рефбэка по вкладам в этот проект. Всего наилучшего и до новых приятных встреч, дорогие друзья!